В этом видеоролике мы приготовим мясо по-албански в мультиварке Vitek PT4217. Нам потребуется 400 грамм мяса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 4 столовые ложки кефира, 4 столовые ложки муки, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка смеси перцев, 1 чайная ложка сушеного укропа и 50 мл растительного масла. Мясо нужно порезать на очень мелкие кубики. Мелко нарезать лук и чеснок. Смешать мясо, лук, чеснок, добавить соль, перец, вбить яйцо, добавить кефир, укроп и перемешать. Затем нужно добавить муку и еще раз перемешать. Включить режим жарко на 35 минут. В чашу налить растительное масло и дать 4 минуты маслу прогреться. В чашу мультиварки выложить ложкой фарш и жарить мясо 7 минут с одной стороны. Затем мясо нужно перевернуть и жарить еще 7 минут с закрытой крышкой. Затем мясо достать из чаши мультиварки и выложить вторую партию. Мясо по-албански готово. Приятного аппетита! Vitek. Здоровый взгляд на технику.